Это мы находимся за Южный вокзал. Привокзальная 6 и 8 между. Слева. Мы находимся слева от Южного вокзала. Привокзальная 6, привокзальная 8. Здесь нам позвонили, жуткие вещи происходят. Сейчас мы вам покажем. Явно содрана шкура собаки. Юль, вы говорили, где-то еще есть? Есть, пожалуйста. Жесть. Что удивительно, здесь рядом буквально находится детская площадка спортивная. Дети, я вижу, играют. Факт жестокого обращения с животными на лицо. Собака отравление? Нет, эта собака проколота железным прутом, то есть явно собака была умерщвлена, ее сюда притянули железным прутом. Эта собака явно была погибла от отравления. Это говорит синюшность языка, вываленный это из нехарактерных. Это здесь внутренности, непонятно. Здесь вот шкуры животных, свиней. Непонятно чьи, да. Вот, пожалуйста, вот валяются свиные уши, свиные останки. Смотри, вот здесь тоже. Вот мешок тоже валяется, неизвестно, что ему, наверное, с вещами с какими-то, но мы его не вскрывали. Здесь детская площадка, вот там висит шкура животного, головой. Кто-то делал, кто-то плевал на стрельбу. Здравствуйте, с вами Светлана Бондарева, Александр Демидович. К нам вчера позвонили полтавские волонтеры, люди, которые заботятся о бездомных животных, сказали, что на Южном вокзале, за Южным вокзалом, находятся трупы животных бездомных, жестоко убитые. На данный момент мы находимся на месте, где мы сейчас нашли две собачки, которые мертвые лежат, одну собачку, с которой сняли шкуру, и мешок с внутренностями. Юля, расскажите, пожалуйста, что произошло, когда вы их нашли, кто к вам обратился? Значит, вчера поступил звонок в Центр защиты живой природы «Юный европеец» о факте жестокого обращения с животными. При выезде на место по адресу Привокзальная 8, Привокзальная 6 нами были обнаружены трупы животных с признаками явного жестокого обращения путем убийства животных. С одного животного была снята шкура, и тушка отсутствует. Был обнаружен мешок с внутренностями, мешок с тушками. То есть, что в этом мешке, нам неизвестно. Единственное, что видно, что это внутренности животных. Был вызван патруль милиции, составлен протокол. Было мною подано заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Я надеюсь на правоохранительные органы, что примут все действия по раскрытию этого преступления, потому что преступление налицо. Сразу расследовать они не взялись почему-то данное дело? Значит, заявление они приняли, у них есть на рассмотрение сроки, установленные законодательством, о чем будет нам
При этом они не брали, не смотрели, что там за мясо лежит, что за внутренности в мешке. Открыли, был открыт пакет, было посмотрено, что, где и как. То есть, на экспертизу они брали какие-то части? Нет. Нет, экспертиза не проводилась. Я думаю, что это будет делаться путем обращения волонтеров. Часто ли у нас в городе вот такие вот ситуации бывают? За последнее время мне не встречалось такие случаи. Это вопиющий случай и факт жестокого обращения налицо. Давай. Здесь все находится рядом с детской площадкой. Вот сейчас мы можем видеть деток, которые играются, которые наблюдают за нами, как мы работаем, и за животными, которые лежат уже мертвые. Заявление. Это квитанция. Это талон сообщения о том, что принято заявление к рассмотрению о жестоком обращении с животными. Вчера было подано в... Вы вызывали полицию, да? Да, вызывали патруль, был следователь, писали заявление объяснительное. Надеемся на объективное расследование. Нам говорят, что прикармливали долгое время на вокзале. Значит, за каждым районом города Полтавы закреплены кураторы, волонтеры, которые занимаются кормежкой бездомных животных. Конкретно этих собак кормили в районе рынка, в районе Южного вокзала. Эти животные беззащитные пережили суровую зиму, пережили морозы благодаря волонтерам, благодаря людям, которые неравнодушны к животным и погибли вот таким жестоким образом. Вы понимаете, что я считаю, что это бесчеловечно. То есть это сделали люди, которые не имеют ни души, ни сердца. Это вы вызывали, да? Скажите, как вас зовут? Владимир Косян. Скажите, пожалуйста, как долго лежат эти животные? Ну, здесь? 3 дня уже, как точно. 3 дня лежат точно, да? Да. Скажите, пожалуйста, а вы не замечали, это первый раз вот такой вопиющий случай, что нет, здесь не первый, уже были, да? А куда девались дальше? Мы 7 собак здесь спали там, в том помещении. Спаливали? Да. Спаливали, да? Не спаливали, а живы были 7. А, жили они там, да? Да. Жили 7 собак. А утром я пришел, но я, честно говоря, может это не снимать. Я вот это я нашел в мешках и проколотил. Спасибо вам большое за информацию. Потому что мы с Ниной кормим собак. Ну, мы знаем, что этих собак кормили. Спасибо вам огромное. У нас Дима пропала такая самолюбие собака. Вот это, наверное, замучено. Просто... Это не замучено, это зверски убитое животное, с которого хотели снять шкуру. С той стороны висит шкура, снятая без тушки. Освежеванное животное. Вот это, что мне, скажите, пожалуйста, вот это что? Вот это что, для чего, все отравлено? Это внутренности животных. Вполне возможно, кстати, что они их ели и отравились из-за этого. Нет? Здесь 8 штук было. Здесь в соседнем помещении. 8 собак, из них пока что только 3 тушки, 3 тела мертвых, да, которые есть. Ну вот, если бы вам Нину еще вызвать, то она вообще всех собак забыла. Ребята, замает. Вы не... Да. Отравили? Нет. И вот у нас... Нет, хорошо, кстати, это за соседом. Эти собаки у базара. Я подкармливаю. Надо с ним тоже кричать, что мы подкармливаем собаку. Лапки покупаем. Скажите, вы вообще выживали? Вот 3 по факту есть, а остальные 5 нету, вообще где-то пропали. Да. Без вести. А давно они пропали? Мы
я вам честно скажу, дней 5. Дней 5, да? Как? Ну, да. Эти 3 лежат, значит, да. Понятно, эти где-то тоже. Да, значит, да, не да. Факт, что где-то еще животные есть. Мы Биму свою хотели найти. Биму такая беленькая с пятнышком, красивая такая собачка. Тоже пропала. Такая ручная, она что-то мне, что-то совсем. Ну, вот спасибо вам спасибо. Огромное. Не, не за что. Спасибо. Дай Бог, чтобы хоть с этим бороться. Я просто прошу. У меня двухкомнатная квартира, живу 4 кота. Я поняла. Спасибо вам огромное. Мы будем просить наши правоохранительные органы, чтобы они все-таки повлияли как-то на убийство животных, чтобы этого не происходило и разобрались, кто все-таки это делает.